Ты прав, малыш Чарли. Их костюмы просто потрясающие. Но Пикачу и Сквиртл – это не самые лучшие покемоны. А какие же лучшие? Оу, Бульбазавр? Что ж, почему бы тебе тогда не поехать к Тому и не попросить его перевоплотить тебя? Том, малыш Чарли хотел бы, чтобы ты превратил его в Бульбазавра. Том, куда ты? Ух ты! Выглядит словно настоящий бульбазавр. Том, превосходная работа! Малыш Чарли на вид как настоящий бульбазавр! Я уверен, малыши Эмбер и Кэрри теперь увидят, кто здесь лучший! Смотри-ка, малышка Эмбер, это малыш Чарли. Что? Малышка Кэрри, малышка Эмбер, вы согласны, что Бульбазавр лучший покемон? Не будь так самоуверен, малыш Чарли. Веселитесь, ребята. До новых встреч, друзья!
Как замечательно! Синди танцует на пляже. Веселишься, Синди? Ты копируешь рыбку в озере. Может быть, Том мог бы превратить тебя в кого-то похожего на рыбку в своей малярной мастерской? Эй, Том, чем занят? Ты придумываешь радужную краску? Превосходно! Синди приехала повидать тебя, Том. Отличная идея! Синди хотела бы стать русалкой, прекрасным морским существом. Да, Синди, тебе нужно надеть защитные очки перед тем, как Том начнет красить тебя. Хорошо, пора творить! Ух ты, потрясающе! Том, ты придумал кое-что действительно особенное. Будет интересно посмотреть, как ты сделаешь чешую русалки. Выглядит превосходно, Том. А что в коробке, Том? Немного ракушек? Синди, ты будешь действительно очень красивой русалкой. Какая красота, Том! Ну, конечно, и хвост русалки у тебя тоже будет! Ах, какое превращение! Тебе стоит поехать обратно на пляж и показать себя. Спасибо тебе, Том. До новых встреч! Синди, тебе стоит искупаться. Выглядишь замечательно, Синди. Веселись!
скорая помощь Эмбер, должно быть, торопится на вызов. Посмотрите, как быстро она едет. Погодите-ка, она улыбается. Ты едешь в малярную мастерскую Тома? Здорово, Эмбер. Здравствуй, Том. Эмбер приехала для перевоплощения. Эмбер, ты знаешь, в кого бы хотела превратиться? В прекрасную корову? Разве есть такой персонаж? Ну хорошо, Эмбер, следуй за Томом в мастерскую. Сначала тебе нужно надеть защитные очки, Эмбер. Ах да, и мигалку тоже придется снять. Отлично, приступим. Какой цвет будет основным, Том? Коровы ведь бывают разных цветов. Хорошая идея. Начнем с коричневого, а затем добавим другие цвета. Ну что же, ты уже совсем не похожа на скорую помощь. Для чего это? Ты собираешься использовать это, чтобы сделать пятна на Эмбер? Как необычно. Приготовься, Эмбер. Том, это была потрясающая идея. Теперь тебе нужен цвет кожи, чтобы сделать Эмбер мордочку. Твои колеса теперь похожи на копыта, Эмбер. Вот подходящий цвет. И кисточка нужного размера. Ой-ой, похоже, Эмбер собирается чихнуть. Было щекотно? Больше никаких кисточек, Эмбер. Только немного деталей. Давай-ка посмотрим, что внутри этого большого чемодана. Эмбер уже очень похожа на корову. Выглядит неплохо, но что-то все равно не так. Ну, конечно, коровы не носят очков. Эй, Том, а что в чемоданчике? Накладные ресницы? Ты прав, Том. У коров действительно очень красивые глаза. И ты была права, Эмбер. Коровы просто великолепны. Том, ты проделал отличную работу.
ты должен собой гордиться. Эмбер очень нравится ее внешний вид. До новых встреч, друзья! Что такое, Марли? Ты хочешь попробовать более сложный трюк? Ты собираешься снова перекраситься в Халка? А как это поможет тебе исполнять трюки? Отлично! Давай узнаем! Привет, Том! Марли снова хочет превратиться в невероятного Халка. Поможешь ему? Ну, конечно. Защитные очки непременно понадобятся. Что дальше? Краска, верно? Красный, голубой, желтый, белый и зеленый. Ты готов, Марли? Хоу, большие колеса! Как здорово! Эй! Фиолетовый? Ах да, для его штанов, ну конечно. Невероятно, но кое-чего все-таки не хватает. Потрясающе! Ты выглядишь в точности как Халк. Только не злите его. Не бойтесь, малыши, это всего лишь Марли. Он собирается выполнить новый трюк. Конечно, вы тоже можете поехать и посмотреть. Марли, это было потрясающе. И все-таки тебе стоит быть осторожней со своей силой. До свидания, друзья. До новых встреч. Ты делаешь такие трюки, пока едешь, Марли.
Ты куда-то направляешься или просто веселишься? Ты едешь в малярную мастерскую Тома. Замечательно! Он собирается превратить тебя в невероятного Халка? Что ж, звучит здорово, но, по-моему, ты уже невероятный. Будь осторожен, когда заезжаешь в мастерскую, Марли. Ты не маленький. Эй, Том! Так-то лучше. Теперь мы сможем увидеть перевоплощение Марли. Мы готовы? Ну, конечно, ему нужны защитные очки. Отлично. Теперь что? Конечно, невероятный Халк невероятно зеленый. Давай-ка посмотрим, какие краски у тебя есть. Красная, голубая, желтая, белая и зеленая. Готов к перевоплощению, Марли? Где же ты? А вот и Том. И похоже, у него есть невероятные новые колеса для Марли. Пора надеть эти гигантские колеса. Для чего эта сиреневая краска, Том? Да, конечно, у невероятного Халка сиреневые штаны. Я думаю, тебе для этого понадобится кисть среднего размера, Том. Ты выглядишь превосходно, Марли, но, возможно, тебе нужно добавить немного злости. Они идеальны. Как думаешь, Том? Теперь ты выглядишь в точности как невероятный Халк, Марли. Какая превосходная работа. Осторожно, Марли. Не забывай, ты теперь Халк. Тебе придется немного пригнуться. Ого, Марли! Ты не только выглядишь как Халк, ты такой же разрушительный. Но, слава богу, не такой злой.